Mr. Mayor, thank you so much for your time. Я, к сожалению, только чуть-чуть говорю по-русски, по-украински я изучаю, я один год в Киеве, очень рад, что я сейчас, сегодня в офисе. Если вы не против, мы говорим по-английски. Конечно, конечно. Thank you. Я приехал, исходя из трех целей. Первое, это вчера вечером мы встретились с господином Ботвиновым, и я вручил ему награду за его потрясающее исполнение Баха. Он также является культурным амбассадором Украины. Вторая цель, я решил встретиться с местными, с швейцарскими предпринимателями, которые находятся в вашем городе. И третья цель, я хочу пообщаться с местными властями, с господином мэром и господином губернатором. Так как Одесса является стратегическим регионом не только для Украины, но и для всей Европы. И Одесский регион на сегодняшний день является вектором процветания для Украины. Мы хотим видеть Украину безопасной и процветающей, так как безопасность и процветание Украины — это также наша безопасность и процветание. И у Одессы и Швейцарии уже есть некоторые общие моменты. Например, Одесса, так же, как и Швейцария, показывает свое единство в разнообразии. Когда-то Швейцария так привело к успеху, и мы надеемся, в будущем также будет в Одессе.